Всем привет, меня зовут Даша, и в сегодняшнем новом видео я хочу вам показать, как я приготовлю манник по запросам. Это мой рецепт, который я придумала сама. Вот, по запросам, которые были на мамином канале в комментариях, где она показывала покупки продуктовые. Да. Ну, я с вами Наталья еще. Я буду ее снимать, она будет, как это все будет готовить и рассказывать. Я надеюсь, ты мне разрешишь у себя тоже на канале выставить твое видео. А вот. И ну так и начнем. Так, для теста нам понадобится 150 грамм сливочного масла. Я уже растопила в микроволновке. Следующее. Один стакан манки. 0,5 стакана сахара. Так, вот он. 1 чайная ложка соды и 1 чайная ложка соли. Здесь у нас находится соль, а здесь сода. Если быть точно. 2 яйца. Ванилин. 1,5 грамма. Там самый маленький пакетик. Вот. 1 стакан муки. И остался у нас 1,5 стакана кефира. Или кефир, или можно простоквашу, что у вас есть. Так, и для начинки нам понадобится банан. Два банана. Можно любую выбрать начинку, но я решила банан. Вот, и сейчас мы перейдем к смешиванию этих всех продуктов. Вот мы уже налили в нашу форму и положили банан. Сейчас мы будем заливать вторую часть нашего теста. Ну, то есть, получается, ты какую-то часть небольшую, да, налила в эту, получается, форму, чтобы разложить бананы, чтобы бананы на дне у нас не подгорели. Да. Я сама стою, учусь, как она делает. Так, мы сейчас все это распределим. Так. Все. Теперь распределяем по форме. Чтобы везде нам хватило теста. Вот и наш готов. Теперь его только осталось запечь. Вот такой вот у нас пирог получился. Вот идет у нас прослоечка с бананом. Выпекался он где-то минут 40 при 180 градусах. Вот, если вам понравился такой рецепт моего манника, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Мне будет безумно приятно. И всем пока-пока. До новых встреч.